хотят вообще этого ребенка, не желают его. Таким женщинам, вот как Аляна, я бы запрещала рожать детей. Да. Твоя цель сбылась, ты переехал в городские квартиры. До конца. Ну, в смысле, ну ты переехал в городские. Я-то переехал, ну, все. У Элинка уже на стройке, я помню, там дня два назад сказала, что я сделаю вчера. Так, как Саша. А, вчера, да. Как Саша скажет. А ты ж городские, значит, она приедет в городские квартиры. Я вообще рад. Я, честно, наконец-то я узнаю, буду понимать, что вы со мной моя любимая женщина. Будем только друг другу дарить свое тепло, ласку, заботу и внимание. Это самое главное. Они на поляне, знаешь, все, которые налетают, там эти устрицы, начинают клевать. Это постоянно непонятно, что они мусолят. Что хотят я. Ну согласен, сейчас главное, знаешь, там надо небольшой ремонтик сделать, да надо техники тоже закупить какую-нибудь. Кстати, хотел тебе посоветовать, Санек. Я купил мультиварку Марту, и тебе советую покупать ее. Там что, емкость очень большая, там литров 5, по-моему, 141 функция, так что, короче, закинул все и пошел, позанимался у нас там спортиком, поэтому очень удобная штука. Короче, можно обойтись и без девушки. Да, короче, сегодня вот покушаем пловчик. Давай, красавец. Совет дал, давай уже накладывай быстрее. Да. Вот до чего дожились-то, да? Да. Женщины есть, а готовят мужики. Да. Не, ну я думаю, моя тут приедет, будем готовить вместе. Ну и сегодня, короче. Что? Три. Угу. Я выезжаю знакомиться с друзьями Андрея. С друзьями? А родители? Только в следующий раз. Родители что-то накрываются. Мы решили пока повременить. Я не понимаю, что нервничать при знакомстве с друзьями. Ну, блин, я не хочу быть Алианой, которая с Черкасовым срется. Я хочу дружить с его друзьями. А что Андрей тебе по этому поводу говорит? Ну, ничего. Мы как бы с ним на эту тему даже не особо разговаривали. Он, наверное, думает, что я не волнуюсь.